боялись. Под покровом мглы ночной скольжу, как тень, меж чьих-то снов, и лицо свое скрываю от людей. Во мне разгорается пламя, мой рухнувший мир возрождает. Я лишь гримаса фрика, кто спрятан под ней. Может, где-то рядом таится ответ. Глаза насмешливых людей, что ищут за бедой моей, если в них хоть капля доброты. Но правда близко, знаю я, ее так долго от меня скрывают лабиринт моей судьбы. Может быть, монстр, что дразнит толпу, вот все, что я есть, все, чем быть я могу. Не скажет мне никто, для чего эта боль, что терзает душу мою вновь и вновь. Дэя часто говорит, что правда может исцелить и рассеять мрак в моей душе. Ум упрямый мой опять в агонии и покой, надежды луч в холодном ложе. Знает она мир по сказкам, а правда порой так ужасна. Но только слепой никогда не понять, что чудищу принцем прекрасным не стать. Рассвет, тенью лица свети, и по-другому виден мир, как будто к правде путь теперь открыт. Письмо, что я держу в руке, быть может, даст на все ответ, и с прошлым разорвет тугую нить. Нет выхода из лабиринта, в котором